Всем привет! Сегодня я хочу сделать очередную распаковку из магазина мыла Опт. Заказываю уже не первый далеко раз в прекрасном магазине. Вот мой чек, списочек покупок. Вот моя посылочка. Я открыла все так, как оно и пришло. Покажу вам масла. Это кокосовое масло, рафинированное. Да, мыло с нуля я хочу взять. Все хорошо запечатано скотчем, чтобы нигде ничего не пролилось. Далее пальмовое масло. Также очень все хорошо плотно запаковано. Коробочка еще одна. Это мыльная основа английская уже моя, любимая, с которой я также творю красивое мыло. А чтобы посмотреть мою мылку, вы можете зайти ко мне на страничку Герасимова Наталья. Далее, что у нас здесь еще? Наклеечки. Такие вот. Натуральная косметика 100%. Это для мыла с нуля будет. Ну, это уже хочется новогодних мотивов, поэтому и новогоднее будем потихоньку уже покупать. А в этом кулечке у нас, покажу вам, здесь отдушки. Отдушки. И мне нужен был зеленый краситель, пигмент. Вот я взяла авокадо гелевый. Надеюсь, он не подойдет. Такой вот цвет будет. У меня есть оливковый. Очень красивый цвет получается. Авокадо, мне кажется, будет очень близок к такому же. Далее покажу вам мои отдушки. Я даже по названиям выбирала. Например, травки-муравки. Я думаю, такой травяной, травянистый аромат. Да, такие есть. Приятные очень. Сделаем с ним мылка. Дальше у нас есть отдушка. Называется нахальная ромашка. Слышен аромат ромашки. Он такой ненавязчивый, тоже травянистый. И еще один аромат. Сейчас понюхаю и вам расскажу. Называется богиня для мыла. Аромат похож чем-то на такой цветочный с нотками розы. Кто любит аромат розы, но не такой, не приторный аромат розы, а вполне приятный. Если делать мыло с цветочками, такой аромат в самый раз будет. Вот и все. На этом моя небольшая посылочка, очень долгожданная, потому что уже очень хочется быстренько творить новые мылки. Скоро праздники, новогодние, николайчики, поэтому нужно быстренько уже творить новое. Спасибо большое за внимание. Заказывайте на сайте мыло.оп. Очень приятные цены, очень отличная доставка. Все хорошо упаковано. Всего доброго, до свидания.